Та-да-да-дам. Как приготовить завтрак, чтобы мужу было весело? Да, пап? Ну, предложи всем мой завтрак. К сожалению, всем предлагают мои авокадо с солью и с перцем, а все отказываются. Я на завтрак сейчас даже не хочу. Не хочешь? Я не могу. Все понимают, что соль и перец это уже смесь ядреная. А тут еще и авокадо. А ты еще творожок будешь? У нас бутерброды с сыром. Ну еще мы творожок. Да, кушайте. Творожок со сметанкой. У меня авокадо с черным хлебом. Чай с лимоном. Я не понимаю, что такое авокадо. Еще и чай любимый. Кто? Хлеб черный. Хлеб, да. И я люблю. Я люблю его с большим. Сейчас зашла на Яндекс, хочу купить билеты на Т-34. Сходим сегодня кино. Надо выбрать Красную площадь. Вот Т-34. Сейчас сразу купим. А дети бегают, разряжают это. Вот, монитор. А, вот на 17.05. Возьмем билеты. А, лав места. Вот как раз два диванчика для нас. Круто. Класс, будем на диванах. Сейчас куплю. Билеты я купила. Не буду даже штрих-код показывать. Пойдем сегодня в кино с детьми. Я готовлю обед. Здесь у меня фарш, свинина и индейка напополам. Из этого фарша я уже делала котлетки. Вот они. Вот. Сухариков у меня нет, поэтому я их панировала в муке. Папочка, зови детей. Или мы не дети! Будем. Мы не будем. В общем, у нас сегодня обед. Это котлеты, зелень, квашеная капуста, авокадо. Сейчас я его доем. И салат с огурцом и с капустой. Дети, обедать! И смотрим казаков. А вон кто там стул оставил. Убежала какая-то. Все, мы сейчас в кино. У нас какой-то сегодня классный выходной. Поедем на Т-34 вместе с детьми. Вот в 5 часов у нас сеанс. Кира, поймешь. Расскажи. Чего? Улыбаться же надо. Да, да. Можешь молчать, дальше, но что понять, где не надо слов. Ну, Гриша, давай, пой песню. Пой песню. Мы теперь не можем припарковаться. Машины там, я не знаю, по какому ряду, да, стоят? Мне счета задолбало. Да, все приехали на Красную площадь. Как мама говорит, все подтянули ремешки, но они у них все в один день треснули, и они приехали за новыми ремешками, да? Точно. Ну, потому что негде вообще стать. Это у нас, если честно, давно такого не было, да? А когда мы последний раз ездили? Не, ну мы ездили. Ну мы как-то в СБС все время. Тоже нет было места. Что-то ты жаришься. Вообще жарко. Так, сейчас заищем теперь здесь места. Угу, понятно. Друг у друга. Давай у этих спросим. Они в шоке, они только приехали. Все, мы идем в кино на танки. Ты хочешь на танки, Афонь? Да. Хочешь? Мы сейчас идем на танки. На танки, да. Сегодня везде много народу и на катке тоже. Сколько народу, да? Вообще обалдеть. Афоня, сколько людей ты видишь? Сегодня все приехали покататься на катке, да? Ты на что, на вот это хочешь пойти? Ну, Крит один же, наверное. А ты на вот это хочешь?
Когда будет это? А это, наверное, уже скоро будет, да? 22-го, ты знаешь? На следующей неделе будет. Кабан, кабан. Так, пошлите теперь туда, где попкорн. Ну, сейчас. И фанту ты хочешь? Да? Пошлите. На стекло? Да. А на Т-34? Пошли. Вот на Что мы будем? А что ты хочешь? А откуда ты знаешь, что папа будет? Ну мы сейчас себе купим. Ты что будешь? Закажет. Ты что будешь, сынок? Что хотите, то и будем. Да. Все хорошо, ребят, садитесь, хорошо? Афонечка, садись, сиди. Куда? Гриша, ты сюда садись. Нам двигайте сюда. Так, Гриша себе лыс. Маленький, средний. Средний. Средний это какой у вас? Не, маленький давайте вот такой. Афоня, а ты что хочешь? Я хочу. Вот такое хочешь? Пепси, 4 бутылочки, или кока-кола там. И дам, если можно, то пепси и чипсы в пакетик, да? Ну, влажные пепси. Салфетки у меня есть. Пепси в бутылках будет. Ну да, в бутылках. Соленые. Сейчас еще, не знаю, какие-то цельнозерновые, типа ПП, но большое ведро. ПП. Да. Так, этот Афоня еще. Сырный. Сырный есть у вас? Подожди, подожди. Сейчас вот это ты будешь? Какой тебе? Вот, вот такой, да. А я у мамы попробую. Угу. Не с сыром. Вот только у нас это там. Так, Афонь, тебе а что покажи? Есть у вас маленький. Один. Зачем? Мне с карамелью. Да. Афоня, тебе вот эту и одну вот такую. Папа, вот это просто. Это просто стаканчики, они пустые, Афонь. Нет, есть, я. Да подожди, ты видел, сколько там народу? Ну и что? Сейчас вся эта толпа. Это? Гриш, у нас же есть места, на наши же никто не сядет. Просто тут очень много. Ну как тебе кино, Григорий? Понравилось? А тебе? Страшно. Тебе было страшно? И маме было. И маме было. А тебе, Афонь, было страшно? Да. Когда вам стреляли под низ. Под низ? Я забиваю его сразу. Да? Папа, а это, а тебе понравилось? Ну, один раз посмотреть. Ну, и в кино эффекта больше, да, чем от телека, есть, да? Ну, я не сказал бы, что ах, прям такое. Не, ну мне понравилось. Ну, да, интересно, постой, смотри. Пошли. Так, все, стоим. Дети, пошлите. Антоша. Стоим у нас на переезде в станице, а это электричка, да. А что это электричка? 8:25, да, вот она отправилась. Кто-то поехал. Пока. Интересно, куда?
Краснодар. А, ну бывает еще Краснодар горячий. Он до горячего. И Старомирская горячий ключ, или мне так кажется.